Вокруг прекрасная природа, видите, березки, вокруг дорожка лесная, лесок, птички поют, а там вот, видно, бутылка валяется. Это видео детям для родителей, чтобы они учили родителей забирать весь мусор с пикников своих, которые оставляют. Вот я на этой полянке набирал, смотрите, какую большую кучу мусора. Это я прошелся где-то 10 метров всего. Там он тоже валяется, видно, бутылки пластиковые. За пивом, за лимонадом, за всем. Везде, короче, свинство. Привезли с собой пойло, жратву. А увезти можно меньше, всего лишь упаковочки. Вот здесь вот уже я очистил чуть-чуть. Вот это была мусорная вся поляна возле берез. И вот еще осталось. Так что дети, учите, заставляйте всех родственников, родителей. Говорят, мама, папа, давайте мусор уберем. Мусорки же есть, существуют. Там их хоть как-то переработают, закопают куда-нибудь. Вот такая вот прекрасная природа. Без мусора, которая вот... Вот здесь березки, будут у вас вообще счастье. Приезжайте, ничего не тронуто. Травка зеленеет, солнышко блестит, птички поют, грибы растут и бутылки не растут. Всем привет!